В столице республики в музее имени Ярославского открылась выставка, посвященная 80-летию со дня рождения известного фотокорреспондента Виктора Яковлева. Родные, коллеги и ученики встретились, чтобы почтить его память. Выставку посетил наш корреспондент. Фотография увлекла Виктора Яковлева еще со школьных лет. За годы работы им сделаны десятки тысяч снимков, многие из которых поведали стране и миру о родной Якутии. Он первым из якутских фотожурналистов освоил цветную художественную фотографию и первым выпустил цветной альбом. Представлены материалы его последней выставки Виктора Прокопьевича. Виктор Прокопьевич в основном он фотографировал, снимал большие события в развитии нашей промышленности. Он запечатлел приезд первого поезда. Всю свою жизнь Виктор Прокопьевич посвятил фотографии. Своим талантом и опытом он делился со своими коллегами. Например, президента, да, надо очень внимательно, потому что у него где там движение, так, так далее, это самое главное, он этого требовал, потому что это деловая, надо снимать, фотографировать, надо посмотреть, как обстановка на работе. Несмотря на то, что много работал и находился в командировках, Виктор Яковлев всегда уделял внимание членам семьи. Он делал все, чтобы его дети ни в чем не нуждались. Привозил из Москвы зимой, начало весны привозил огурцы, а здесь уже не было. И пахло летом. И вот мы говорили, Виктор привез нам лето в Якутск. На протяжении своей трудовой деятельности Виктор Яковлев показал себя талантливым организатором, настойчивым и целеустремленным. Юлия Великодная, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.